67 ряд, 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. 68 ряд, столбик, прибавка. Повторяем 6 раз. 69 ряд, 2 столбика, прибавка. Повторяем 6 раз. 70 ряд, 3 столбика, прибавка, повторяем 6 раз. В кругу сейчас 30 петель и нужно провязать 5 рядов 71 по 75 без изменений. По 30 столбиков в каждом ряду. 76 ряд, 3 столбика, убавка, повторить 6 раз. 77 ряд, 24 столбика по кругу без изменений. 78 ряд, 2 столбика убавка, повторить 6 раз. Теперь нужно наполнить этот шарик наполнителем. Я наполняю синтепоном. У меня синтепон, я его вот так вот рыхлю и наполняю. Кто говорит, что синтепоном плохо, мне синтепоном отлично. Каждый выбирает то, что ему удобно. Надо просто приноровиться и научиться укладывать хорошо. Знаете, можно и другим наполнителем тоже наполнить ужасно. И теперь будем наполнять, вязать и заполнять деталь уже по мере вязания. Сильно туго, наверное, не стоит. Вот здесь вот он такой у меня продавливается, мягенький. Если у вас более рыхлый наполнитель, может быть, и стоит. В общем, здесь смотрите сами. 79 ряд, у нас столбик убавка, повторяем 6 раз. 80 ряд, нужно провязать 6 убавок. Значит, все петли мы провязываем вместе, по 2 вместе, каждые 2 петли. И потом петли стянуть и кончик спрятать. Вот я провязала все петли, вот у меня осталось небольшое отверстие, теперь мне его нужно затянуть. Я петлю вытащу полностью, маркировочная нитка мне тоже уже не нужна. И теперь вот это отверстие, здесь у меня получается 6 петель. Я через одну петлю только за передние полупетли буду протягивать вот так нитку. У меня получится 3 таких движения. Потом просто подтягиваю. Все, отверстия нет, оно стянулось. Даже узел делать не буду, потому что там крепко. Такая пряжа, если что-то провяжешь, то уже распустить просто невозможно. Она капориш, она еще труднее, чем нитка, в которой есть мохер, расплетается. Если я подчешу, то это все будет уже намертво. Каких-то дополнительных узлов мне не надо делать. Все это я спрятала. И такая бубочка у меня получилась на хвостике. Кругленькая. Теперь смотрите, если вы будете делать глазки на безопасном креплении, то вам нужно это сделать сейчас. Заполнить можно носик, посмотреть, где у нас будет эта рыльца. По отношению к голове можно заполнить и здесь, если вы не получается увидеть, как это будет. Вот это у нас остались отверстия для рожек, вот носик, то есть соответственно глазюки у нас будут здесь находиться. Да, берите там свои глазки, примеряйте и крепите сейчас. Я буду делать кабошон. У меня это наклею, потому что маленьких совсем деток нет у меня. Я не боюсь, что эти глазки куда-нибудь попадут в нос или в рот ребенку, если вдруг, не дай бог, что-то случится. Вот. Поэтому крепите сейчас. Я заполню тушку синтепоном. Вот эту вот часть, вот хвостик, я заполнять вообще не буду. То есть заполню
сам шарик и где-то вот по, ну вот так вот. Заполнила голову синтепоном, немножко добавила в нос, заполнила достаточно сильно. И туда его пропихнула вовнутрь, пусть здесь он комком пока будет у меня, чтобы здесь, когда буду провязывать по зеву, у меня не попадала под синтепон пряжа и не выглядывала наружу. Аккуратненько надо это все сделать. Можно не сильно заполнить, можно, потому что будет потом время. Ну, я вот поторопилась, заполнила. Если это будет сильно мешать работе, я, конечно, его уберу. Смотрите, как вам удобнее. Так, теперь черной пряжей будем вязать вот это место. Красной я пробовала некрасиво, потому что язык не выделяется. Если у вас язычок будет более светлый, можно темно-красным, допустим, сделать вот этот зев, а язык сделать посветлее. Ну, комбинируйте как-то, сами прикладывайте цвета, смотрите. Я подумала, коли у меня здесь черная обводка, то вполне себе смотрится симпатично, если здесь тоже будет черная. Так, у меня черная. Ох, зацепился. И теперь мне нужно по этому открытому зеву набрать. Вот я в уголочек сейчас здесь закреплю черную ниточку. Как обычно, мы эту петлю не считаем. Она просто для того, чтобы нитка не свалилась никуда. Вот. И когда буду вязать, я буду начинать с этой же самой петли. С правого верхнего угла набираю, начинаю набор. Иду по низу. По низу у меня здесь будет 24 петли и по верху 18. То есть всего у меня 42 петли. Еще раз, по низу вот здесь от угла до угла по рыжему полотну надо набрать 24 петли. И здесь у нас петли открытые, их 18. Вяжем. Прокладываем маркировочную ниточку. И теперь будем вязать второй ряд только за задние полупетли. У нас, помните, да, 42 столбика здесь. Вяжем только за задние. Передние остаются свободными. Вяжем по кругу без изменений. Третий ряд вяжем по кругу уже за обе полупетли. 42 столбика без изменений. Четвертый ряд, 5 столбиков убавка, повторить 6 раз. Пятый ряд, 4 столбика убавка, повторить 6 раз. Шестой ряд, 3 столбика убавка, повторить 6 раз. Седьмой ряд, 2 столбика убавка, повторить 6 раз. Восьмой ряд, столбик убавка, повторить 6 раз. Теперь нужно поменять цвет. У меня это бордовый. Прикладываю ниточку. Вытаскиваю два цвета из петли. А провязываю уже только бордовым цветом. У нас девятый ряд. Мы поменяли цвет. И нужно провязать два ряда бордовым цветом. Черную ниточку можно уже обрезать и слишком коротко не обрезать, чтобы не выскочила. Вяжем два ряда, 9 и 10, 12 столбиков бордовым, ну или красным, какой у вас там язычок. 11 ряд, 3 столбика прибавка, повторить 3 раза. 12 и 13 ряды провязываем без изменений по 15 столбиков в каждом ряду. 14 ряд, 4 столбика прибавка, повторить 3 раза. 15 и 16 ряды провязываем
18 столбиков по кругу без изменений. 17 ряд, 4 столбика убавка, повторить 3 раза. 18 ряд, 3 столбика убавка, повторить 3 раза. 19 ряд, 2 столбика убавка, повторить 3 раза. 20 ряд, столбик убавка, повторить 3 раза. Теперь надо вытащить ниточку, обрезать ее. И прихватывая только передние полупетли, через одну, точно так же, как мы закрывали хвост, протянуть и стянуть. Стянуть и спрятать вовнутрь работы. Такой вот язычок, и пусть он остается плоским. Сюда синтепол или наполнитель ваш не надо набивать. Вот заправляем вот эту часть вовнутрь, расправляем, сюда вот в нос подпихиваем. Можно помогать себе крючком. Если вдруг мало поднапихали, у нас здесь еще есть вот отверстие для рожек. Можно забить через него. Сейчас будем подшивать будем рот, чтобы он вот так вот не вываливался сюда. Некрасиво. Тут носик, чтобы он был такой более пухлый. И заправляем. Вот так вот рот. А вот эту вот часть, в общем, надо красиво так распределить, чтобы вот эта вот часть оставалась, губа эта, полукругом. Мы ее сейчас подошьем еще немножко. Вот так. Сначала мы подошьем рот, чтобы не вываливался. Я набрала в иголку черную нить, потому что у меня черный зев здесь был. Сейчас я ее закреплю, парочку стежков сделаю под языком. И заправлю вот так, и насквозь протяну в рог. Ну, вот в отверстие для рожка. Через всю голову вот так проколю и сюда. Подтяну. Снова проколю в открытое, стараясь не зацепить вот эти вот петли. И выведу на серединке, под язычком на серединке. Опять подтяну. Вот так укладывая, чтобы он красиво у меня улегся, язычок. На пару стежков влево от того места, где у меня вышла иголка, в другой рожок в отверстие. Надо бы иголку взять подлиннее. Я взяла короткую, теперь мучаюсь. Подтяну.
Снова иголочку заправляю, не зацепив петли. И вывожу еще чуть-чуть левее. Подтягиваю. Смотрю, чтобы красиво и ровненько у меня улеглось. Так, ну вот вовнутрь все, он уже так не вывалится. Будет вот так. Значит, мне здесь достаточно. Я сделаю опять пару стежков. Больше утяжку вовнутрь делать не буду. Ну, пока не буду, а там посмотрю. Если некрасивое что-то у меня пошло, попробую сделать как-то еще раз прошить. Где-то там проколю. И нить обрежу, чтобы она внутри осталась. Поправляю. Теперь мне нужно, чтобы вот эта губа была полукругом. И чтобы она держалась. Так, когда ее вот так выставишь, все вроде нормально. Но стоит немножко потрепать игрушку. И все, опять вот это вот все так распрямится. И будет нехорошо. Поэтому я сейчас ее прошью. Не прихватывая синтепон. Ну, сейчас я выведу вот здесь, вот где-нибудь в уголочке. В уголочке рта. И вот так эту губу подошью. Просто вот так вот через верх, чтобы она держала форму. Не залазя на розовое полотно по черному. Сильно не стягивая, просто чтобы такой кантик образовался, который будет держать форму. От одной стороны до другой. Вот губа обозначилась такая. Здесь тоже это можно сделать. Если вам вдруг не нравится, что вот так вот оно. Я здесь вот не подшивала. Мне так хорошо получилось уложить. Если вам не нравится, то можно здесь тоже вот так вот по кругу пройтись и подшить. Но я пока этого делать не буду. Меня пока это все вот так устраивает. Значит, я здесь делаю тоже пару стежков. И отправляю ниточку вовнутрь головы. Там ее оставлю. Теперь снова нужно, потому что у нас здесь синтепон улегся, мы его туда немножко втащили, чтобы язык не вываливался, чтобы пасть не вываливалась. Поэтому надо поправить. Если вы понимаете, что здесь у вас остались какие-то большие вмятины, пока у вас это еще отверстие здесь есть, нужно добавить наполнителя. Я думаю, что мне этого делать не надо, просто его там пошевелю немножко, потому что сразу набивала туго. Теперь вот там, где у меня комом он был, я его сюда подтяну и расправлю, чтобы он такой был более рыхлый. Так. Пока вот что получилось. Теперь мы будем делать рога. Один рожок я связала, теперь покажу на камеру, как вязать второй. Вяжутся они одинаково,
Поэтому вяжем. Надо поднять по кругу 10 петель. Крепим в уголок ниточку белую, затягиваем и не считаем эту петлю. Начиная с этой же самой петли, по кругу провязываем 10 столбиков. У нас было по 3, 3 пропущенных и 3 воздушных. Это значит 6, и по углам еще по 2 петли. Распределяйте, чтобы было 10. Хорошо получится. Прокладываем маркировочную ниточку и провязываем 2, 3 и 4 ряды по кругу по 10 столбиков в каждом ряду. То есть у нас получается с 1, это вот 1, с 1 по 4 у нас по 10 столбиков по кругу. Пятый ряд, 3 столбика убавка, повторить 2 раза. Шестой ряд, 8 столбиков по кругу. Чтобы рожок стоял вот так торчком, его нужно заполнять наполнителем. Поэтому наполняем по мере вязания. Сейчас будут опять убавки, и, возможно, потом я уже не смогу его наполнить, поэтому я наполняю сейчас, провязав шестой ряд. Седьмой ряд, 2 столбика убавка, повторить 2 раза. Восьмой ряд, 6 столбиков по кругу. Вытягиваю ниточку, точно так же, как с язычком поступали, через одну петлю, только за передние полупетли, выводим полностью нить. Стягиваем ее и прячем вовнутрь работы. Рожки связала, вот все мне нравится. И теперь хочу вот эту вот оформить арочку, как здесь вот провязать. У нас здесь остались петли, вот они, дорожка. И я за них просто провяжу. Сейчас присоединю ниточку. Как обычно, первую провязываю, и я ее не считаю. Начиная с нее же буду вязать. Дорожку у нас здесь 21 петля. Полустолбиками с накидом. Делаю накид. Вытаскиваю петлю. И провязываю все одной петлей. Раз. Накид. Вытягиваю петлю. Провязываю. Два. Три. И так далее. Вот до конца по этой дорожке. Мой чертик почти готов, осталось сделать только глазки. Глазки у меня из прозрачных кабошонов. Кабошоны – это такие стекляшки. Кто еще с ними не встречался, они выглядят вот так, капельками или овальные. В общем, любая форма у них может быть, круглые, какие хотите. Как сделать глазки? У меня есть видео «Глазки из кабошонов за 10 минут». Посмотрите. И все равно были вопросы, хоть все написано и рассказано и показано. В конце видео «Глазки за 10 минут», какие материалы я использовала. И были вопросы, кто-то пытался приклеить на клей-момент. Кто-то рисовал не теми карандашами или фломастерами, и у них расползались. Давайте быстренько скажу по материалам. Здесь в глазках в этих использовался акриловый художественный лак на водной основе. Рисовала я перманентным маркером зрачки.
Если вы будете приклеивать на какой-то клей, у вас глазки эти потекут, не получится. Поэтому глазки за 10 минут, лак художественный, акриловый и перманентный маркер. Глазки у меня уже готовы, сейчас я их вырежу и приклею на положенное им место. Вырезала глазки. Теперь заправляю их туда, чтобы вот это веко, которое мы в последнем обвязку делали, чтобы оно было как бы над ними. Туда вот заправляем. Смотрим, как нам это нравится. И вот теперь уже можно приклеить вот эти глазки на клей-момент или на горячий клей. Тоже можно приклеить, ничего не случится. Краска не потечет, потому что между ней будет прослойка из лака акрилового. Просто пластик приклеивать, если у вас с прозрачным контуром, нельзя, потому что разъезд. Надо обязательно делать прослойку из акрилового лака на водной основе. Нанесла клей. Немножко дать ему постоять, чтобы он стал такой более густым, не растекался. Потому что если сейчас сразу вот нанесла и сразу прикладывать к материалу, скорее всего, по бокам очень сильно вылезет. Поэтому нанесла и немножечко даю ему вот так постоять. Теперь ставила глаз и подержу. Подержу, чтобы клей вместе проник туда, вовнутрь материала. И хорошенечко с бумагой, с кабошончиком, с нашим схватился. Глазюки приклеены, второй глазик я точно так же приклеила. И теперь мне не нравится еще, что у меня вот такой вот язычок. Я хочу его, чтобы он был сюда немножечко искривленный. Поэтому, вот смотрите, я немного вот так вот сдвигаю. Вот. И теперь возьму нитку, сдвигаю, чтобы он у меня вот так вот шел снизу вверх. И в таком положении хочу, чтобы он остался. Черная ниточка у меня. Сейчас я здесь вот выведу не на серединку, немного отступив. Специально захватила хвост подлиннее, чтобы не делать узел. Буду сейчас прошивать. Язычок, чтобы не делать узлов, просто подлиннее там оставила. И вот здесь сейчас прям на прокол соединяю обе части языка, прошью небольшую дорожку. Ой, девочки, вы помните, как я шью, вышиваю? Это, конечно, для меня каторга, но приходится. Что-то получается. Буквально сделала 3 стежка. Теперь нитку здесь зафиксирую, тоже сделаю парочку стежков. Туда вовнутрь работы отправлю. И заправлю эту ниточку тоже. Все так. Сюда вовнутрь языка уколю, где-нибудь сбоку выведу. Обрежу. Все, никуда не денется. И эту изначальную нитку тоже сейчас я спрячу вовнутрь. Вот такой язычок. Теперь осталось только, вот видите, здесь я уже начесала лохматые эти все, высвободила. Теперь начешу здесь. Хвостик уже начесанный, такой красивенький. И чертик готов. Вот такой забавный чертик у меня получился. Хвостиком
Сиденьким. Дружочек моему. Первому чертику. Всем пока-пока. До новых встреч.